Гражданин, помни, что за сотрудничество с гражданской обороной ты награждаешься суточным рационом питания. Внимание, центр. Рапортую о начале действий в канализациях города 17. Здесь возможно подозрение на деятельность партизанского подполья. Гражданин, ты призван для обороны города. Произведи разведку в ближайшем месте важного значения. Сталкер, задача произвести генераторы электроэнергии для накопления электричества. Сталкер 2, выдвигайся к контрольной точке. Гражданин, после захвата контрольной точки продолжай продвигаться к следующей. Have you ever had an original thought? По захвату точки переход к третьей точке и готовность получить суточный рацион питания. Сталкер, двигайся за гражданином для производства оборонительных сооружений в переднем периметре. Гражданин, отлично выполняешь свое задание. Суточный паёк будет усилен. Выдвигайся к центральной точке для ее захвата. Сталкер, двигайся в зону расположения мусора для производства генераторов электроэнергии. Гражданин ликвидирован. Рапорт центру. Необходимо силы гражданской обороны. Готовность для производства генератора антиматерии. Развертываем генератор антиматерии. Ресурсов для усиления точки не хватает. Запрашиваю повышение количества бойцов в подразделении. Рапорт центру. Не вижу в данный момент большого количества гражданских. Заказываю отряды гражданской самообороны. Первый генератор в строю. Обнаружено неизвестное лицо. Установить, задержать, допросить. Неизвестное лицо. Немедленно явиться в пункт гражданской обороны для дознания. Нет возможности укрепить точки. Произвести еще один генератор, сталкер. Есть средства для гарнизона гражданской обороны. Начинаю производство офицеров обороны. Сталкер, в целях самообороны воспроизвести укрепточку. Молодец. Отряды гражданской обороны. Занять центральный флаг. Центральную позицию. Напоминаю, что в случае провала задания вас ждет наказание в виде понижения 50% очков ранга, а также рационов. Переформировать второе подразделение. Продолжайте двигаться и выполнять задание. Сталкер. Выдвигайся к центру и
Начинаю производство вооружений. Отмена, сталкер. Произвести генератор черных дыр в тылу основной позиции. Второе подразделение перегруппироваться. Усилить центр. Установить необходимые системы. Сталкер, выдвигайся к центральной точке. Необходимо установить здесь укрепленный район. Произвести укрепточку. Сталкер 2. Рапортую. Начинаю производство оружейной фабрики. Укрепляем точку. Укрепить все точки. Есть ресурсов достаточно для укрепления всех точек. Подразделение гражданской обороны. Уничтожьте обнаруженные повстанцы. Код 404, гражданское неповиновение. Подразделения гражданской обороны ликвидированы. Перегруппироваться, уничтожить противника. Подразделение занять укрепточку. Немедленно занять укрепточку. Необходимо еще подразделение гражданской обороны. Точку сбора установить в центре. Код 2. Повторяю всем подразделениям. Код 2. Обнаружены не граждане уровня 3. Произвести автоматические оборонительные турели. Сталкер. Приготовиться к производству второго бункера. Эта зона объявляется зоной контроля. Как поняли, все подразделения гражданской обороны. Необходимо занять пулеметную точку. Рапортуйте о появлении противника. Есть. Сталкер. Необходимо производство полей сдерживания. Произвести поле сдерживания. Отмена. Сталкер. Передислоцироваться к центральной точке. И произвести генератор поля антиматерии. Есть. Сталкер. Выполняешь задачу. Где еще один сталкер? Занять вторую оборонительную точку. Метрокоп, перевооружиться. Установить автоматическую турель. Есть сталкеры. Приказано произвести точку производства синтетов. Синтеты ограничены только охотниками. Места для сталкеров здесь нет. Произвести станцию производства дронов. Сотрудник гражданской обороны. Занять боевую позицию. Усиливаю центральный пункт. Произвожу войсковые подразделения.
Вниманию сталкеров. Недостаток электроэнергии. Произвести дополнительные генераторы. А также станции генерирования электроэнергии. Произвести разведывательные дроны. Подтвердить наличие повстания в зоне коллекторов города 17. Произвести в инициативном порядке охотников. Обнаружены множественные гражданские с враждебными намерениями. Код 404. Гражданский бунт. Всем подразделениям код 3. Дроном произвести разведку местности. Подтвердить наличие гражданского бунта. Код 243. Нападение на офицера. Исполнять приговоры на месте. Разрешена приговор смертной казни по усмотрению. Охотники, выдвигайтесь вперед. Производство людорезов санкционировано. Сталкер, вернуться назад. Сталкер, произвести генератор антиматерии. В данный момент не обнаружено присутствие отрядов повстанцев. Приказано передвинуться дроном. Сталкеры. Не обнаружено еще одного сталкера. Подтверждено наличие противника. Код 404. Гражданский бунт. Запрашиваю дополнительные подкрепления. Необходимо большее число охотников. Повышение энергии страйдера нет необходимости. Сталкер. Необходимо произвести спецкомплекс. Развернуть спецкомплекс. Отрядом гражданской обороны занять оборонительную позицию. Внимание. Приоритет целей 3. Есть. Граждане, напоминаю, за сотрудничество с гражданской обороной вы премируетесь суточными пайками. Сталкер. Передвигайся вглубь базы. Произведи новые генераторы электроэнергии. Сталкер 2. Назначен в 9-й отряд. Выдвигайся в центральную позицию. Подготовь к обороне
спецкомплекс произведен. Спецкомплекс не произведен. Сталкер, завершить производство спецкомплекса. Внимание, достигнут лимит численности отрядов. Запрашиваю повышение количества боевых единиц. Уровень угрозы 3. Сталкер, выдвигайся, произведи пункт медицинской помощи. Внимание, заказ боевых дронов. Готовность к бою. Увеличивается количество добычи электроэнергии. Повысить уровень добычи материального. Обеспечение гражданской обороны. Переход к заказу элитных спецподразделений. 65 имущества, 50 энергии. Проблема в добыче электроэнергии. Сталкер, произвести генераторы для накопления электроэнергии. Сталкер, 9-е подразделение. Приказано пересечь зону противника и захватить еще источники электроэнергии. Отряду дронов присвоено значение 6. Сталкеры. Призвоено значение 4 отряда. Готовность выдвигаться. Отрядом 6 и 4 выдвигаемся для преследования и уничтожения всех причастных к гражданскому бунту. Начинаем преследование цели, уничтожаем противников. Внимание, обнаружено большое количество враждебных целей. Подразделение ликвидировано, контакт потерян. Заказать усиленные подразделения. Сталкер, немедленно вернуться к центральному пункту. Произвести медицинскую станцию. Всем подразделениям покинуть укрепрайон и уничтожить противника. Противник не обнаружен. Вернуться назад в занимаемые позиции. Сталкер, произвести генераторы электроэнергии. Нет, Рокоп, установить автоматическую турель в режим атаки. Сталкер, второго подразделения. Завершить монтаж. Сталкер первого подразделения. Отремонтировать. Позицию. Турели установлены. Занять боевую позицию. Внимание. Подчиненные гражданской обороны. Передислоцироваться в другое укрепление. Произвести отряд охотников. Приготовиться к бою. Запрашиваю увеличение количества численности боевых единиц.
Разрешение получено. Сталкер, произвести станцию лечения. Позиции заняты. Продолжаем производство основных частей. Первый сталкер переформирован в подразделение номер 8. Восьмое подразделение. Приказано произвести установку пуска головокрабов. Первое подразделение переформировано в штурмовые части. Бойцы гражданской обороны. Вы назначены в первый отряд. Приготовиться к штурму. Военные и бойцы гражданской обороны. Присоединиться к первому отряду. Один боец занят позицию. Два бойца. Займите лечебную укрепленную позицию. Первое подразделение сформировано, готово к бою. Второе подразделение переформировано. Метрокоп, занимающий центральную позицию. Получаешь пятое подразделение. Являешься лидером группы. Запрашиваю комплект высокоэнергетических шаров. Так. Бойцам первого и второго подразделения приказано захватить центральную точку. Отправляю в поддержку остатки дронов. Сталкер, произвести укрепленную точку. Вот здесь. Метрокопы. Приготовьтесь к производству автоматических турелей на позиции. Есть. Первое подразделение перегруппироваться с новыми бойцами. Турели активированы. Занять позиции. Бойцы из первого бункера покинуть укрепленный район и передислоцироваться в новое укрепление. То же самое сделать бойцам из второго бункера. Передислоцироваться. Второе подразделение. Формироваться заново. Сосредоточиться. Первому подразделению отступить и захватить контрольную точку. Сталкера, выдвигайтесь вперед, уничтожайте противника. Подразделение захватить флаг. Все. Бойцы повстания отрезаны от основных контрольных точек. Протокол оцепления выполнен. Приступаю к локализации и устранению. Прием, центр. Продолжить захват точки.
Сталкер 9. Твоя задача произвести генератор темной материи в этом районе. Продолжить заказ охотников. Контрольная точка захвачена. Первое подразделение. Готовьтесь к атаке. Сталкер, произвести пункт лечения бойцов. Первое подразделение, второе подразделение. Начинайте продвигаться к зоне расположения кода 404. По возможности обнаружите Фримена и ликвидировать. Продолжайте захват контрольной точки. Первое подразделение перегруппировано. Захватить контрольную точку. Сталкер 9. Приказано произвести еще один спеццентр в зоне боевых действий. Как принял. Внимание! Запрашиваю повышение лимитов численности отрядов. Устанавливаю готовность. Подразделение 1 и 2, заходите с правой и левой стороны. Применение силы авторизировано. Внимание, уничтожить противника с тылов. Применение высокоэнергетических шаров санкционировано. Подразделение 1. Уклониться от применения силы противникам. Продолжить перегруппировку. Второе подразделение сформировано заново. Отправляется на помощь. Первое подразделение потеряно. Перегруппировываем первое подразделение. Офицеры в опасности. Второе подразделение переформировано. Еще заказать дронов. Усилить число охотников. Первое подразделение сформировано заново. Продолжить атаку. Санкционируем атаку с единой стороны. Охотникам ликвидировать. Запрашиваем атаку, применение высокоэнергетических шаров. Охотникам приказано зайти к точке атаки противника и уничтожить ее. Первое подразделение. Уничтожить противника. Центр. Рапортуем об успешном выполнении боевой задачи. Переходим код 2. Код 404 успешно локализирован. Устраняем причины нарушений в секторе. Всем гражданским благодарны за сотрудничество. Явиться пункты гражданской обороны для получения суточных сухих пайков. Основной командный центр уничтожен. Центр, рапортуем о зачистке сектора. Задача выполнена. Всем бойцам явиться...
в основную цитадель для перегруппировки, брифинга и награждения. Спасибо за сотрудничество всем гражданским.